Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас на обзоре английский караван Bailey Patent Imperial 99 года выпуска. Прицепчик у нас растаможен, находится в Санкт-Петербурге. Я не на один, улица Шоссейная, 50А. Наличие у нас более 40 караванов. Но большой выбор разных прицепов, многоместных или наоборот, покомпактнее. Ну, будем говорить именно об этом прицепе сегодня. Это у нас прицеп английского производства, фирма Bailey, очень довольно известная, из города Бристоль. Что можно сказать по этому прицепу? Он, несмотря на то, что 99 года, в нем есть все, что нужно. Горячая вода от газа 220, отопление газ 220, холодильник, как и у всех прицепов, трехрежимный. Ну, будем по порядку. Итак, спереди три окошка у нас открываются с москитными сетками и шторками солнцезащитными. Далее идем. Бардачок передний тоже открывается. Мы используем здесь вот, ставим сюда газовые баллоны. В данном случае еще и запаску здесь можно поставить. Баллон один слева, другой справа. Ну, слева, справа. Также здесь кабель идет в комплекте с данным прицепом. Помимо этого еще в комплекте ключ для лап у нас идет в этом прицепе. Ну, и в принципе все, наверное. Тут из допов в виде мувера и палатки, к сожалению, ничего не было. Но это все можно докомплектовать без каких-либо проблем у нас. Так, что касается прицепного устройства. Здесь у нас стабилизатор движения есть. Накатные тормоза. Ручник, стояночный тормоз. Две вилки по 7. Если у вас семерка стоит на автомобиле, не переживайте, мы используем черную розетку. Если 13-пиновое подключение, мы можем также поставить переходничок, который стоит там ерунду, и использовать также габариты, чтобы габариты передавались на прицеп. Либо, если чуть раскошелиться, можно приобрести еще и переходник. Это уже другая история, мы расскажем об этом на месте вам. Если интересно, позвоните, я вам расскажу. Так, что еще можно сказать здесь? Ну, накатные тормоза есть, стабилизатор есть, все, это все понятно. Вес данного прицепа 950 килограмм, это максимальная его масса. Фактическая 748. Вот, здесь у нас штатное место для аккумулятора и подключение 220. Мы, конечно, сейчас взглянем, что здесь, но, к сожалению, аккумулятора тут нет. Вот, вот такой вот у нас обстоят дела. Вот так. Подключение 220 здесь. Аккумулятор тоже можно поставить, в принципе, какой вы пожелаете. Идем дальше. Это у нас обычная розетка. Вот, тут грязновато немножко. Это не плесень, как некоторые писали недавно. Вот. Идем дальше. Вид сзади вот у него. Довольно приятно выглядит. Здесь у нас кассетный биотуалет находится. Кассета на 15 литров. Вот. Заливная горловина для воды также у нас здесь находится. Идем дальше. Выхлопы от холодильника Electrolux. Именно такой здесь холодильник стоит. Это у нас выхлоп от газоэлектрического бойлера Carver. При работе от газа отсюда будет выходить выхлоп у нас. И вот еще сюда подключается водяной насос помпа. Здесь у нас фильтр для воды еще дополнительно стоит. Небольшой такой бонус. Водоснабжение подается у нас снаружи. То есть есть у вас желание перенести это в стационарный режим, то есть поставить бак для воды внутри, это также возможно осуществить с помощью нашего технического специалиста. Итак, будем переходить вовнутрь. На превью я показал прицеп, как выглядит. Вот единственное, жалею, что не показал, что кровать еще собирается. Но фотографии я добавлю на сайт. Он уже у нас на сайте будет в новинках в ближайшие дни висеть. Первый Коран.ру, переходите обязательно, ссылочка в описании. Итак, начнем тогда сразу говорить про диваны. Длина диванов 1,85 м здесь. По ширине 75 сантиметров один диван,
Но его можно собрать в одну большую кровать, эту всю зону, в одну большую кровать с помощью жестких ребер посередине, которые выезжают. Вот они. Вот таким образом. И подушки боковые вкладываются, большие подушки разворачиваются, чтобы не было вот такого бугорка у нас, видите, неровность. Она у нас будет в голове и в ногах, с одной стороны, ну и с другой соответственно. То есть у нас получается кровать 1,85 м на 2. Я считаю, это вполне достаточно для любого человека. Вот. По периметру ящики идут. Вот уже светильники вот тут также имеются. Освещение 12 у нас. Часть какая-то будет только 220, но большая часть вы можете использовать с помощью аккумулятора. Под кроватью у нас находится газоэлектрический бойлер. Сейчас его вам покажу. Особо тут интересно, конечно, не будет, но показать я должен. Вот он, у нас бойлер. Здесь для вещей каких-то можно использовать это пространство. Под другой кроватью ставится аккумулятор. Ну, он ставится, естественно, снаружи, в ящике, который я вам показывал. Вот, идем дальше. Кухонный блок довольно аккуратен. Вот. В центральной части прицепа находится. Здесь у нас раскладывается на две части. Вот раковина с насосом помпы в комплекте. Это обязательно. Горячая вода подается и в ванную, и в раковину. То есть, ну, везде, где и должна быть. Напоминаю, газоэлектрический бойлер здесь. Четыре конфорки газовые у нас. Вот. Все одинаковых размеров, как видите. Все рабочие. Все оборудование демонстрируется непосредственно перед расчетом. Мы с вами все запустим, посмотрим и убедимся вместе с вами. Вот, духовой шкаф, гриль. Это у нас гриль был. Духовой шкаф. По состоянию вопросов, я думаю, у вас не возникнет. Как всегда, они в идеальном состоянии. Холодильник Electrolux. Такого типа. 12-220 газ. Все режимы работают, все проверено. Так что вопросов не будет также. Поэтому печка у нас здесь вот трума с раздувом по всему прицепу. Вот видите, раздув. Один, второй. В душе, туалете также имеется он. Идем дальше. Управление карвером, то есть нашим обогревателем, включение вентилятора, и также еще у нас есть управление нашим бойлером. Вот это у нас здесь автоматы будут, все предохранители и так далее. Это не очень интересно. Здесь вот мини-бар такой зеленого цвета, вот мягкий уголок, наверное, не очень видно. Вот так получше. Вот, вопросов по состоянию у меня нет по данному прицепу. Сейчас посмотрим все. Здесь вот дополнительно еще есть рундучок такой. Можно положить что-нибудь. Вот. Москитка на входе имеется. Вот такая. Также опускается. Окошко переднее закрывается полностью, дверь делится на две части. А вот забыл показать, вот у нас москитная сетка есть, ну и шторка, соответственно, тоже на каждом окне есть. Ну давайте возьмем другое окно, например, вот это, пожалуйста. Вот у нас опустилась солнцезащитная шторка с промежуточной фиксацией. Розетки здесь английские, вот даже тут переходник поставили, точнее тройник. Но мы можем вам обеспечить то, что у вас будут европейские розетки, поставив переходник, либо поменяем розетки вообще полностью. Итак, вот заходим в туалет. Наш санузел вообще в целом довольно просторно здесь. С левой стороны туалет Тетфорд кассетного типа. Здесь шкаф, он довольно просторный. Вот. Здесь раковина посередине у нас. Довольно красиво исполнено. Вот, горячая вода также сюда поступает, разумеется. Окошко дополнительное тоже с москитной сеткой, шторкой солнцезащитной. Ну и туалет, душевой поддон, точнее. Вот, аккуратный, целый, без трещин. Можно пользоваться им.
хоть сейчас. Вот. Выполнено тоже все отлично. Дверь стеклянная, затемненная такая. Ну, то есть непрозрачная. Пожалуйста, без проблем. Вот. Ну и общая дверь у нас, вы видели, вот она. Тут также идет раздув, то есть подсушивать нам будет туалетную комнату, соответственно, стоять влага не будет. Вот. Итак, что можно в завершении сказать? Ну, прицеп находится в Санкт-Петербурге, растаможен. Я не на один, улица Шоссейная, 50А. Это у нас 1 километр от кольцевой автодороги. Ждем всех в Питере в гостях. Переходите обязательно на сайт, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, всего доброго, до свидания.